Друзья, привет всем! А сейчас небольшой обзор про уходовые средства на лето. Здесь вы видите в начале Clarins. Это средство защиты с фактором 30, санскрин. Хорошее средство. Clarins очень достойный производитель. Но больше всего мне понравился это вот уход после солнца. Наносится очень нежно, и она вообще очень классная. Ее можно вместо крема даже использовать летом. И вот это прям вообще вещь очень крутая. Дальше. Вот здесь у нас пристроился ладер, филлер для волос. Летом очень требуется. Здесь нужно разбавить в пропорции 1:1 с водой. Происходит тепловой эффект. Вы наносите это на волосы, потом держите и смываете. Ну, в общем, все по инструкции. Хорошая штука. Дальше для волос еще вот такая вот такое масло испанской фирмы Lakme. Надолго хватает, ну, в зависимости от волос. Дальше вот это вот кокосовое масло, 100% натуральное, индийское. Его можно как на волосы, так и на тело. Продукт натуральный, даже если лизнете себя за руку случайно или кто-то вас лизнет, ребенок ваш, например. Все нормально, натуральный продукт. А вот это вот вообще вещь очень крутая. Это с экстрактом органового масла и с экстрактом янтаря. Кремовый гель для душа. И называется Oro del Marocco. Итальянцы делают, и у него очень крутой аромат. Он просто вместо духов, вместо парфюма на лето очень хорошо долго держит аромат. Очень маленький расход. Хорошо пенится. И прям такая очень достойная вещь, альтернатива парфюму. Вот его купила, не пожалела. Почему купила? Потому что женщина в магазине очень рекламировала его, интересно. Она сказала, что это мужики-итальянцы придумали этот парфюм, этот гель. И по их мнению, именно так должна пахнуть женщина. Ну как после такого не купишь? Гении маркетинга рулят. Ну, в общем, вы поняли, что маркетинг правит миром, и мы все жертвы рекламы. Но в данном случае вот реклама сработала не зря, и продукт действительно оказался достойным. Поэтому вот могу смело рекомендовать. Мне очень понравился.